Здравствуйте, меня зовут Светлана Казак, я врач-педиатр. Сегодня мы с вами поговорим о профилактике атопического дерматита. Говоря о профилактике атопического дерматита, необходимо отметить, что прежде всего нужно начинать с коррекции питания кормящей мамы. Доктор совместно с мамой проводит коррекцию питания кормящей мамы. Об отсутствии атопического дерматита нужно заботиться еще в пренатальном периоде. Беременная женщина, которая состоит на учете в женской консультации, должна консультироваться с врачом, должна максимально избегать приема медикаментов, должна правильно питаться. Все это будет залогом рождения здорового ребенка. Кормящим мамочкам необходимо контролировать свое питание, а именно исключать из рациона цитрусовые, шоколад, кофе, немедленно прекратить курение. Гипоаллергенная диета, которая соблюдается будущей мамой, позволяет способствовать рождению здорового ребенка. Если диагноз атопический дерматит уже был поставлен, то необходимо четко следовать рекомендациям вашего педиатра и врача-аллерголога. Также следите за средой обитания нашего малыша. Необходима ежедневная влажная уборка в помещении, где находится ребенок, проветривание. Исключайте пылесборники, так называемые. Это меховые игрушки, пыльные шторы, ковры. Необходим тщательный уход за кожей ребенка. Ежедневные купания в отваре и настоях трав, получать воздушные и солнечные ванны. Это все будет способствовать укреплению здоровья вашего ребенка. Убедительная просьба не заниматься самолечением, следить за здоровьем вашего малыша и при первых же симптомах необходимо обращаться к врачу. Будьте здоровы, до свидания!